Ах, тебе тоже пришли, понял? Прогнал со санами тряпками, пришли. Сука, идите нахуй, я уже все посмотрел, блядь. Шутка. Да, твич шутить. Осуждаю тоже. Так, мужички, ну чё, никто не ответит, что ли, танец какой, вот, кто из вас выучили? Вот, может быть, кто-нибудь из клипа вот нравится. Тебе какой нравится танец? Дренис, видел клип «Не лето, любимка»? Нет. Типа, вот, я просто трачу свой тайп на тебя, на тебя. Время пострелять между нами. Пальба. А вот что? Знаешь... Нет? Чел. Танец, да, ну танец бы какой бы, откуда выучил? Да я не знаю, ну что-то, что женщинам нравится. Да это, вот это танец нравится, вот этот танец, Брейк который данс. В этом, в, у него в треке, это, такой нравится женщинам. Да? А ты женщина? Да. Чтобы говорить, не женщина, значит не можешь. Женщины говорят, что им нравится. У тебя женщина в чате есть? Ну вообще да. Жестко. Круто. Как ты пришел к этому? Ну как? Путь был тернист. Не сразу пришел, да? Я понимаю, что на Твиче немножечко, так сказать, другое, так сказать, в тренде, но... Вот. То есть ты хочешь сказать, что ты натурал, в принципе? Не стесняйся этого. Ну, я не могу этого не стесняться. Как бы. Я же опять-таки понимаю, где я. Поэтому без стеснений таких заявлений сделать не могу. Понял. Слушай, да не, мы тебя не осуждаем, дружище. Я считаю, что... Спасибо большое. Натурал, например, тоже, ну, свои права есть и свое право. Как бы сейчас и женщина, ничего такого нет в этом. Абсолютно нормально. Танец какой бы ты выучил? Блять, я думал, мы все-таки поговорим про натуралов, ну ладно. Да не знаю, братан, какой танец? Ну типа, откуда я знаю? Ну ты просто тратишь свой тайм на кого-нибудь, свой прайм. Твой прайм? Блять, что? Время пострелять там, ну. Какой прайм? Прайм я только на тебя трачу. Короче, смотри, я бы выучил танец, знаешь, Little Big, у них есть песня AK-47, и там в конце Ильич, короче, ебашит какой-то просто такой скринжовый танец, хочу его знать. А. Танец, на самом деле... Ну, Дани Моныч точно что-то хочет. Слушай, вот раньше люди ходили на этот, на, там, знаешь, называется... На балы всякие там, то-сё, как бы, знаешь, бабушками танцевали. Вот раньше... Вот, а раньше люди на маму-то ходили. Знакомиться в библиотеке, например, охуеть, прикинь. Пацаны, я пойду этот госпиталь убью. Пошли. Да. Не, не, не надо, не надо. Не, библиотека это... Это придумали тебя. Единственные танцы, которые я хочу, это чтобы на ПКС... Тише, тише, мотик на меня едет. Ну что ж, ну хорош. Что? Ты же пьяный, что ли? Кто бы сказал, ай. Ничего, что ли? Откуда это? Второй этаж, метка. Ты в СИУ? Такое. Грабишь. Дрэнни. Дрэнни. Он же замечательно сидит. На четверке есть. Спасибо большое, я буду. Я постараюсь. Буду, если не забуду. Буду. Так, мужики, как? Доложите обстановку. На четверка люди. Чё-то хотел тебе сказать, забыл. Вот сюда можешь приехать. Сдохну. На метке пусто. Вроде. Я хочу тут
посмотреть кое-что. Мутик едет по воде? Нет. Чел на метке бегает. Так это хоба у тебя в этом, в кемпе чел? Я правильно понимаю? Не-не-не, на четверке люди. Я отмечал тут для, для дрейни. Это ж пусто. На четверке люди. Четверки люди, да? Да, два типа, как минимум. Я думаю, это зона гора, на самом деле, я бы гору занял, если честно. Шакал Маунтайн. Вы что думаете насчет этого? Баги выехал вроде с четверки. Поехал ниже. Чел по опену 290. Вижу. Он передвигался так, как будто у него слишком высокий интеллект. Макич, меня нокнули. Мак дал. Да, я... Я уже впереди бегу. Пацаны, предлагаю вам занять гору. Как вы хорошо, смотрите? Сейчас. Я сейчас хобу трогаю, как бы. Вот тут тачка на четверке. Может забрать баги. Я думаю, в нашей игре надо минимизировать хаос. Баги едет какой-то. У нас нет хаоса. Нас крашут? Или что это? Ну нахуй. Это я на мотике, не? Не-не-не, на баге все это подъезжает. Да, да, вижу. Волга стали. Двое или сколько их? Двое. Да, двое. Один без ебла. Да, вложим ему. Нокнул одного. Найс. Буду крутить их сейчас. Ты у нас нокнул? Да. Просто можете наебало. Я взорву вроде. Нихуя себе, они подъехали, блять. Очень уверенно. Здесь кто-то есть еще? Или нет? Не. А где еще один молодой? Пацаны, нужны аташки. Вот прям жопу не продам, но очень. А без этого никак. Тихих! Я мотик перевезу, чтобы... Компенсаторы забрали, что ли? Да, он достался своим карьком. А где? Не были? У меня два. Могу один дать. Да, если не сложно, я бы принял один. Набери. Возьми один. Макс, дождь? Я ждал. Воу, да ладно. Вот тут лежит, тут лежит. Блять, короче... Я вот хочу в гору заехать, потому что... А в гараж? Хотим в гараж? Давайте ног. Если вы хотите их пиздить, давайте ног дадим. Давайте попробуем, но там гараки лучше убирать. В госпитале никого же нет? Нет. Вроде как. Они убили. Блять, так похуй, что... На госпитале... А, не, отмена, ебать. Дерево вылезло. На втором этаже. Пихни. Третий, да. Я вообще в опен. Бала. Так? Ну, они типа нам не нужны, мы можем уехать, если хотите. Давай я запайчу, смотри. Здорово, Димаш. Привет из Ухты. Банди по печени, по-братски от души. Донат на чай с лимоном. Не болей, будь здоров. На втором в углу. Слева в углу. Ренал Тиньо. Спасибо большое. Спасибо, бро, за сотенку. Очень приятно. Здесь стало теплее. Я к ним в гости зашел. Тише. От души. На лестнице он. От души. Спасибо огромное. Он вышел на улицу, шот. Их там двое, один на третьем этаже на лестнице забегает на крышу. На лестнице, прям стоит на лестнице. Хорошо, я понял. Взорвал. Нет, не взорвал. Один в секрете. В маленькой комнате в клетке, да. Попал, потом, нокнул в клетку. Лестница осталась. Да, он на лестнице проехал, что его не взорвал. На лестнице сидит, 100%. Я прошел лестницу. Бля, я не знаю.
знаешь, что там было? Под лестницей. Может, под лестницей. Слышишь же его где-то? Нокнул кого-то. Добил. Еще один на меня! Я хилюсь. Макет! Нелегал, ты так ставил. Я его не вижу. Сори. Я все, Макич. Я его не видел. Блять, эти пушки. Конечно, чел приехал на метке. Бля, нам нет. А, это Дрейнис приехал? Нет, это под Дрейнисом чел. Да, под мне приехал. Уехал. Ребята, произошел этот. Чтобы вы понимали, он в смоку оказывается резал своего типа. Да, он резнул того каяна окно, блять. Произошел переворот анти конституционный. А чем мы хуйней занимаемся? Типа пушим какие-то дома, блять, какие-то долбоебов, которые сидят в доме с маками. Да, не говори так, пожалуйста. Я бы нормально играл за пацаны. А куда мой мотик делся, интересно? Блядь? Снизу. Понял. Вот он. Хорошо. Да, нашел, ага. Рейнис, я бы уважал противников. Да, это клоуны ебаные, блядь. Засели в доме на краю круга без тачек, без хуйни, всего. Я бы уважал противников. Хорошо, я прошу прощения, если кого-то обидел. Там был нелегал из Казахстана, я искренне извиняюсь, пожалуйста, не надо найти. Спасибо. В Петербурге. Давай на гору, Хобот. Давай. Почекаем. Ты прям уверенно хочешь? Да, я уверенно вообще прям, как батя игры. Я ведро. К14 в руке, я вообще типа это. Держа я, конечно, блядь, смело, что сказать. Да, уверенно. Как тебе домой? Получается, что так? Red Alarm. Профукал повтор подписки. Но вот я тут уже второй месяц официально. Да? Red Alarm. Спасибо огромное. Спасибо, дружище, за 2 месяца саба. Второй месяц самый важный. Откидывайся на спин кресла и кайфуй. Благодарю тебя, бро. Очень приятно. Мне очень приятно. Спасибо. Передо мной типы. Молик, да, кидает Хая. Одного видел. Тоже в ответ не кидает. Его сейчас контейнеров не будет. Я дал ужару. Я хилюсь у меня на сет. Отошел. ТП не было. Хаешка залетела. Я покажу, брат. Их там как минимум двое, слышишь? Потому что типа молик влетел. И сейчас хаешки уже летят. Да? Хорош. Хорош. Ты гуд? Да, я гуд. Флешка у тебя есть? Не-не, я с тобой выйду просто на плохо панера. Всегда на лоб фэм. Хорош. Понимаю. Мощно ты. Так а чё? Берил, блядь, братан. Это вообще на. По кому стреляет? По нам. Они текстур, походу, не видят. Мужички, давайте. Отлично, я полутаюсь пока. Отличная работа, кстати, ребят. Отличная работа. Пытаемся. Я по нему попал, и потом хер пойми куда-то сжал. Восьмерку кто-то скинул снизу. Дрейнс, там парень твой стреляет. Парень мой стреляет? Как ты знаешь? Он недоволен твоими стриптизерами. Он домов стреляет, блядь? Стреляет по окнам. Как ОМОН вбил... Ладно. Сука. Что там по кругу? А, ну, заебись. Бля, ну вот эти челы, которые на 900 метров стреляют в тебя, это пиздец просто. В ответ к вам постреляю. Я тоже на 900 стреляю, блядь. Попал. Ну а что теперь, не стрелять? Броник разбит, если что. Ну я понимаю, но другого-то нет, броник. Был бы другой броник, я бы напялил, а так нет. Нет идей.
то, что так, идеи на челлендж сейчас. Сейчас. Какой хуйней занимаюсь, мне так весело, пиздец. Иди на челлендж. Вот, ну, да, компаунд сейчас закрываться будет на четверке, уже. Блин, здесь разбиты везде броники, mm-hmm. просто, ну, я думаю, просто разбиты. Думаешь? Нихуя себе, у нас вот здесь вроде типа. А, не, погоди, погоди. Давайте вот сюда в яму зайдем на четверку. У нас вот это чисто, двойка. Да? Да. Я бегу. Я там никого не вижу. Я бегу. Я трехколеску беру, еду туда. Здесь были типы, двойка. Угу. Я думаю, сейчас, блять, я аэродот потерял, пиздец. Ну ладно. Дринис, ты вот очень часто все теряешь. Тачки едут. Вот так крутит вроде. Просто, ну, после истории с боссиками я это очень запомнил. С кем? Извини, если вдруг напомнил. А что это? Боссики? Боссы. Да, босс. Что это? Капли. А, да? Они по нас едут. Да, я слышу. Я спрятался. Он стопнул. ЛГ стопнул, да. Я думаю, они по праву в ЛГ пойдут, я тоже туда вынесу. Хорош. Я убегаю. Их нокают. Супер. Паш, не хочешь вот тут опикнуть? С четверки. Хочу, я тогда и бегу. Погнали. Вот, смоки. Хаешь куда-куда. Слева смоки, в смоках видел уже, типа. Блядь, там стрёмно уже пикнуть. Тут хае дал, но... Там эти с двойки сейчас не выйдут через дома. Нет, с трех домов? А, с двойки? С двойки могут, да. И вообще идите причем. Да, я из этого сейчас хочу. Да, лучше чекнуть, реально. Они не могли никуда уйти, только как под нас. Броник, если будет, дайте знать, пожалуйста. Да, бегу, 255. Дал метку. А, надо туда. Я сейчас через гору их буду бегать. Блять. Это что, коряк был, да, или что? Кнопка. Моська. Прям на двойке кнопнул, один, да? Да. Не знаю, как будто один, другие должны быть под нами, я думаю. Смоки какие-то полетели, what the fuck? Передо мной тип. А, дерево вижу. Супер. Вдвое было. Смоки на 150, очень далеко. Ты шар удал? Бля, да. Пиздец. Не добил его еще, блядь. Понемял. А, он там в смоках на 130, там где-то его нужно? Да, да, 150. Пиздец, мне походу банды ебанут за. Ну, три дня отдохнешь. Вот там разъеб какой-то. Багит на нас. Не совсем на нас, чуть дальше. Вот здесь вообще охуенно, кстати. Еще одна баги. Да, еще одна. Вот там разъеб. Сейчас можно, пацаны. Сейчас можно на 20. Раз.
Ребята, да не нужно на рюкзак третий. Поверьте мне, не нужно. Лишнее. Это шапито, это чепуха. Блять, как же стрёмно здесь. А, вижу одного. Ног. Хорош. А я кидаю. Влево даю. Там где хай взорвалась, типа. Без брони вообще остался. Вроде в кемпе были, по-моему, не? Я это не да. Блять, ну у них просто вот у всех брони нет. Не подарки, блять. Да ну что такое, ребят, дайте броню кто-нибудь. Во, у всех брони нет вообще. Я фул взял, типа. У меня, вот я к трем трубам подошел, у всех расколото полностью, и у меня фул расколото. Понял. В кемпе был матч. Смог на 120. Не жалко. Понял, спасибо. У тебя в двух домах еще хобот были, осторожно. Понял. По тебе, да, стреляли? Да, ну не с двух домов, а вот тут-то, на четверке там. Понял. Друг друга хаяшками закидывают, типа. Окей. Спуститься-то нереально. Вот эта зона, конечно, с двух домов, блядь. Очень неприятная. Бежу типов там. Да, дома по мне стреляют. Я чуть не спустился. Один в смоке. Они лутают, походу. Я Волга здесь прошел. Не вижу, честно. Вот в этом смоке. Еще ближнего туда. За забором там лег. Оба, у тебя есть маки? Что есть? Маки, так, если маки. Что. Маки. Один вот тут под колесом скинул. Не, у меня есть один. А. Они все вот в этой хуйне на четверке. У вас есть на них обзор какой-то? Нет, я вот на тачку сейчас запрыгнул, хочу посмотреть. Вижу одного. Да, ему два кита. Голову дал одному. О, бля. Надо с хоба играть. Еще одну голову дал. Просто поебать на мой дамаг. Армор сняли мне. Понял. Да, вот эти два дома, конечно, вот эта локация, это пиздец просто. Ой, там по праву закручивает уже хоба. Да, я понял. Дадим. Три типа без главы на четверке. Наверное, я смысл уже искать. Эти два дома вообще нагло играют, они уже вот так. У нас четверка закрывается. У нас тачка есть, ну. О чем мы? Бля, мне нужна помощь, они под меня подходят. Под боди валяется. Хорош, Макич. Макич, сядешь со мной, я поедем туда. Давай. Но мы рискуем тренинг.
нормально, нормально. Ну это будет резко, правда. Я хилюсь. Смог выбросил и гранаты выбросил. Сейчас. Если что, можешь все подобрать сразу. Ух, бля. Что-то не это. Ну то что он... Ну у нас брони не было вообще, да, то есть. Да. Сложно. Я вот у чуваков смотрю, как у них броники целые, у них у двоих больше по они половины. Они убили там типа типов у них. А мы, я серьезно, я трупов 8, наверное, перетрогал, и вот у всех разбитые броники в щи. Что это какое-то проклятие разбитых броников? Некачественная одежда. Куда вышел? А я 4 плей хочу глянуть. А давай. А я пока посмотрю, как пацаны доигрывают. Че ты говоришь, дрей не хочешь? Могла бы лучше ко мне помочь, на самом деле. 4 типа пушили. Мы бы типа взяли БЛГ и, наверное, завтра бы сыграли. Потому что они 4 меня пушили. Втроем. Мы как они долго разыгрывать будут сейчас. Прям, ну. Гасите обратно. Ухожу.